전자의 이야기 했듯이 Как мы говорили до этого,이 태식호흡이 본래 우리의 사람의 호흡이에요. Вообще брюшное дыхание – это свойственное нам, людям, дыхание. То есть это то, как вообще мы дышим, должны дышать. 평생 동안 이 호흡을 하고 살아야 됩니다. То есть человек должен всю жизнь дышать именно таким образом. 이 호흡을 배워서 짧은 시간이지만 하루에 한두 차례씩 이렇게 짧은 시간 자꾸 하다 보면은 자기도 모르게 이게 내 본래 생리적이고 사람의 호흡이기 때문에 지금 하시던 호흡이 바뀌어버려요. Если вы будете это делать по нескольку раз в день, то постепенно, потому что это вообще наше, нам присущее дыхание, постепенно наше дыхание поменяется и станет брюшным. 여러분 여기에 또 아주 중요한 사실이 하나 있습니다. И также здесь есть еще один важный факт. 지금 여러분들이 이 폐호흡이라든지 그렇지 않으면 будто дыхание легкими. 그렇지 않으면 본능적으로 이렇게 뭐 중부 호흡이라든지 위호흡이라든지 или дыхание вот здесь вот как бы средней частью. 예, 그런 호흡을 하고 지금 살아가고 있어요. В большинстве своем мы дышим именно так. 그것도 이렇게 코로다가 숨쉰다는 의식을 가지고 살아가고 있습니다. И также мы как бы имеем такое сознание того, что мы дышим носом. 근데 여기서 하나 사실을 아셔야 돼요. 아주 중요한 사실이 있어요. Но посреди всего этого есть очень важный факт, который нужно знать. 여러분들이 지금 현재 이렇게 잊어버린 이 호흡 상태로 계속 24시간 가면은 Если постоянно в течение 24 часов вы будете жить, забывая о настоящем дыхании, 3일 내지는 아주 긴 사람은 3주. То в течение трех, спустя три дня, а у тех, у кого может быть подольше, это самый долгий срок, три недели. 3일 내지 3, 7, 21일, 25일. 그동안 안에 죽습니다. От 3 до 21-25 дней человек умрет. 그만큼 속에 이 공기에 오염이 돼서 죽는 거예요, 말이죠. То есть, другими словами, настолько воздух внутри нас, он будет заражен, что человек умрет. 우리가 암만 감각을 잊어버렸느니 뭐하니 하더라도 우리가 본래 인간이기 때문에 Если мы говорим, что мы забыли, что мы позабыли это, но потому что вообще-то мы люди, 인간 본래 생체적인 그 호흡을 자신도 모르게 조금 하는 시간이 있어요. Все равно у человека есть такое небольшое время, короткое, когда он дышит тем дыханием, которое вообще-то изначально ему присуще. 그게 짧게는 하루 24시간 동안에 한 3분. Если говорить коротко, то может быть это 3 минуты из 24 часов. 내지는 한 15분. Если долго, это минут 15. 이 3분 내지 15분은 본능적으로 자기 호흡을 자기가 모르는 어떤 시간에 하는 거예요. И то есть человек, сам того не замечая, он в сутках, если 24 часа, то он где-то от 3 до 15 минут в сутки дышит вообще-то ну, тем дыханием, которым он должен дышать. 즉, 태식호흡을 하는 것입니다. То есть дышит брюшным дыханием. 그 바람에 여러분들이 살아있는 거예요. И из-за этого вы до сих пор живы. 그 태식호흡이 조금이라도 없으면요, 여러분들 이 공기에 오염이 되는 거는 이 물질 오염 물질 먹어서 저 다치는 것보다 더 무서운 거예요. И если бы этого дыхания не было, то вообще, знаете, загрязнение воздуха оно намного страшнее, чем, допустим, какое бы то ни было другое там загрязнение пищи или еще чем-то. 그렇기 때문에 이 태식호흡을 배워서 하루에 한 의식적으로 한 2, 3분씩 한 5분 그렇지 않으면 긴 시간이면 더 좋고 이렇게 할 수 있는 시간 호흡을 자꾸 이렇게 하면은 И если вы научитесь вот этому брюшному дыханию, делать его сознательно и будете это делать несколько раз в день, допустим, от 3 минут до 5 минут, 무의식적인 면에서 3분 내지 15분 동안 함으로써 여러분들이 이렇게 살아있는데 И то есть даже, ну, как бы мы с вами дышим неосознанно в день где-то, допустим, от 3 до 15 минут, А если я буду сознательно это еще плюс к этому делать, да, допустим, от 10 еще до 15 минут, то насколько это будет хорошо для нашего организма? 그래서 옛날에 보면은 수행자라고 그래가지고 이렇게 무슨 큰 경지를 깨달으려고 하는 사람들이 결과적으로 자기 몸을 위해서 이렇게 도를 닦다시피 이렇게 돌아다니는 사람들이 있었어요. Знаете, раньше были часто такие люди, их называли там отшельниками или как вот люди, которые ищут истину, да?
그런 사람들은 어디 공기 청정에 가서 이 호흡 운동을 하는 거예요. И что они обычно, чем они занимались, скитальцы? Они уходили куда-нибудь в хорошее место, где хороший воздух, хорошая вода, и там они занимались тем, что правильно дышали. 그래가지고 몸도 건강해지지만은. И да, через это ты становишься здоровее телом. 바라지도 않던 큰 어떤 이치를 깨닫게 돼요. Но в то же время и приходит такое, знаете, понимание чего-то такого значительного, существенного, которого, может быть, ты даже не ожидал. 공간이라는 건 내가 생각하는 어떤 에너지적인 어떤 그 파워적인 어떤 금연을 넘어서서 우리의 심정과 같은 마음과 같은 이것이 확대되니 공간을 꽉 채운 그런 큰 마음이 꽉 차 있기 때문에. Потому что пространство оно наполнено душой. Который мы иногда себе, может быть, даже не представляем, и то, что выше нас, больше нас. И тогда человек через это сам того не замечая, начинает иметь общение с этой душой. 그래서 호흡과 자기도 모르게 이런 큰 대이치와 이렇게 순환하는 기능적 순환하는 이 관계가 자기도 모르게 발생하는 그 현상을 묵상이라고 이렇게 이야기하고 있어요. И тогда, когда мы дышим, и когда происходит вот этот обмен между нами и вот этим огромным тем, что больше, чем мы, тем величием, то вот это мы называем размышлением. 뭐 그런 게 문헌에도 있고 좋다는 건 이렇게 전해 내려왔는데 방법만 모르고 있을 뿐이죠. Есть разные документы, которые об этом свидетельствуют, которые были уже записаны тысячелетия назад. Много чего хорошего, другое дело, что мы об этом не знали. 그러니까 뭐 이렇게 건강을 위해서 수행하는 사람들 무슨 어떤 종교 단체 뭐 이런 이상한 자세를 하고 뭐 하고 앉아가지고 이렇게 호흡을 씩씩 쉬면서 이렇게 수련하는 사람들이 지금 세상에 지금 막 깔렸어요. Сейчас во всем мире, знаете, очень много таких людей, которые вот хотят быть, ну как сказать, вот они хотят чего-то достичь там, и они суэн, я просто сейчас забыла это слово, извините, вот они похожи там на как на монахов, отшельников, да, которые ищут истину, там хотят вести как-то аскеты, да, это тоже похоже. И аж 잘못된 방법이죠. Но это неправильный способ. 그래서 이 묵상이다, 이 태식 호흡이다. Там размышления, брюшное дыхание. 이렇게 뭐 내가 묵상을 해야 되겠다, 호흡을 해야 되겠다는 어떤 방법이 있는 게 아니에요. Это не значит, что есть там какой-то способ. Мне надо там поразмыслить или там мне надо подышать. 그저 내 생리야, 인간의 생리. Понимаете, это человеческая физиология. 생리 현상 속에 자연이 지금 내재돼가지고 그대로 살아야 되는데 그 생리를 잊어버린 거예요. На самом деле это вообще то, что есть человек, его организм, его физиология. Просто мы это потеряли и живем без этого. Это, этим нужно на самом деле просто жить. 그 생명 운동을 잊어버린 것입니다. И люди забыли вот это движение жизни. 자, 세상에 말이죠. В мире. 자, 우리가 모르고 있었던 걸 하나 증거해가는 추적을 한번 해봅시다. Предположим, что мы ищем что-то, чего не знали. 이 세상에는 потеряли. 무질서한 게 있고 в этом мире есть как бы беспорядок 질서가 있는 게 и есть порядок 또 균형이 있고 есть беспорядочное и упорядоченное есть сбалансированное 순서가 있어요 и есть баланс есть как очередь 순서가 있다면 높은 것이 있으면 얕은 것이 있고 то есть если ну как бы тоже опять-таки порядок еще другое такое же слово 먼저 태어난 допустим есть тот кто родился в начале есть тот кто родился вперед есть то что находится выше есть то что находится ниже 모든 것에 순서가 있어요 у всего есть порядок 그 순서에 대한 질서가 아주 정연해 и в этом порядке есть тоже определенная последовательность 근데 그 질서와 순리를 내가 지키면서 살아가는 것이 아주 당연한 것으로 알고 있어요. И мы думаем, что это само собой разумеющееся, да, жить следуя этому порядку, следуя этой последовательности. 놀랍게도 그 순서와 질서를 내가 행하면서 사는 것이 아니고 이 공간적인 이런데 이런 그 우주의 원리 이치가 나를 그렇게 움직여주고 있는 것입니다. Но на удивление, вот это не я проживаю так, а все, что есть вокруг меня, вот в этом пространстве, все, что имеет где-то это место, оно меня к этому подвигает. 예를 들어서, например, 밤이 되니까 내가 잠이 오게 마련이고, наступила ночь, и мы спим. 새벽에 해가 이렇게 뜨니까 내가 눈을 뜨면서 깨어나게 마련이고. Утром встало солнце и открываются наши глаза, мы просыпаемся. 시간을 지켜가면서 살게 마련이고. Мы живем, соблюдая время. 내가 너무 높은 곳에 있으니까 좀 내려가야 되겠고.
Если я взобрался слишком высоко, нужно спуститься. 너무 아래 있으니까 좀 올라가야 되겠다고 생각을. Если слишком дохожусь где-то низко, нужно думаешь, нужно подняться. 하면서 이렇게 위계 질서를 갖다가 어떤 밖에 형편에 의해서 내가 따라가는 것입니다. И то есть мы очень часто следуем за какими-то вот такими вне нас находящимися, ну какими-то порядками. 세상에 시간이 있죠, 시간. В этом мире есть время. 인간이 시계를 만들어서 시간을 이렇게 지키게 했기 때문에 세상에 시간이 있습니까? В этом мире есть время. Почему? Потому что люди сделали часы, и поэтому есть время, да? 규칙적인 시간에 권한이 공간에 꽉 형성되어 있기 때문에 그것을 우리가 따라가면서 사는 것이죠. Нет, на самом деле существует определенное время, и мы живем, следуя ему. 조금이라도 인간이 착각을 해가지고 이 공간의 이런 큰 이치를 내가 알아서 내가 한다고 생각하는 자기 의식이 일어나면 그다음부터 그 순간부터 자신은 망한 거죠. И знаете, с момента, когда человек вот в это впадает в заблуждение, думая, что он есть управитель вот того, что есть порядка в этом мире, то с того момента человек приходит в упадок. 그럼 압제에 눌려서 그냥 자멸돼 버려요. И тогда человек, он просто приходит в упадок, потому что есть огромное давление. 지구와 저 은하계 많은 별들과 태양과 저 천광성 이런 게 무질서하게 막 움직이고 있습니까? Что из планеты Земля и разные звезды и система солнечная, что они движутся в беспорядке? 지구가 한 바퀴 이렇게 도는 게 24시간입니다. 24 часа это тот период, за который Земля делает один раз обход. 태양을 중심으로 해서 이렇게 돌아가는 게 365일 1년이 걸립니다. И тогда, когда она движется вокруг Солнца, делает круг вокруг Солнца, это что, один год? 다른 위성, 별 모든 게 그런 어떤 시간과 조직이 균형 있게 움직이고 있습니다. И все другие планеты, они тоже движутся в соответствии с порядком. 그 중에 지구라든가 어떤 위성 하나가 탁 이탈해서 지멋대로 무질서하게 움직이면 천체가 다 망가져. И если предположим, вот в Солнечной системе какая-нибудь одна планета, допустим, планета Земля решила сама двигаться, как ей вздумается, тогда будет нарушен порядок. 이 세상을 지른 천태만상 모든 전체가 규율과 질서와 법도가 있는 것이죠. И то есть все в этом мире движется в соответствии с порядком, с определенными законами. 그건 우리가 볼 때 저 영원 이전부터 지금까지 계속돼 왔고. И на наш взгляд, что это было когда-то из вечности и до сих пор. 알 수는 없으나 앞으로도 영원할 것입니다. И мы не можем этого знать, и может быть это будет еще потом. 이 그러한 이치를 천리라고 그래죠. 천리. 하늘의 이치다. И это называется, ну как, небесное. 근데 그거 부인합니까, 여러분? Небесный порядок. Вы его отрицаете? 지구가 26시간에 돌 때도 있고 30시간에 돌 때도 있고. Бывает земля там за 26 часов обходит, потом или за 36. 태양을 향해서 뭐 2년 동안에 돌고 3년 동안에 돌고. А вокруг солнца она может, ну там надо за 2 года, может за 3 года, да? 중간에 또 있지만 어떤 궤도를 갖다가 지 마음대로 막 움직이고 돌아다닙니까? Или вот они там бегают туда-сюда, они вдоль своей орбиты, а где-нибудь по другой? 세상에 인간이 알 수 없는, 알 수 없으면서도 알 수 있고, 알 수 있으면서도 알 수 없는 이 하늘적 심사로만이 규정질 수밖에 없는 어떤 법리, 법도에 의해서 형성되어 있습니다. Есть определенные принципы, законы, которые существуют независимо от того, знает о них человек или не знает. 그 규율적인 것에 사는 것을 공심이라고 해요. 공심, 공간의 마음이다. И вот как бы жизнь в этом, как бы это душа пространства. 어떻게 신앙적으로 보면 하나님. Ну, если мы будем это говорить с точки зрения веры, да, то это душа Бога. 천지를 하나님이 그렇게 창조하셨습니까? Бог сотворил таким небо и землю. 그런데. Но. 그런데 그 공심, 그 마음. Но вот эта душа пространства. 그것을 헤아려 살게끔 되어 있는 게 인간이죠. Человек устроен так, чтобы жить в соответствии с этим. 그래서 우리가 참 모르면서 살았지만 지금 이 얘기를 듣고 보니까 그래 시간이 있어. 시간은 내가 만든 게 아니고 좀 1년 365일이라든지 하루가 24시간이라든지 밤낮이 있다든지 뭐 뭐든 이렇게 시간이 없으면은 우리가 어떻게 갈피를 잡고 살아갈 수 없는 아주 절대적인 규율이 돼 가지고 나한테 상관돼 있지 않습니까? И хотя, может быть, раньше мы жили не задумываясь о времени. Мы сегодня, допустим, узнаем, да, что время, оно есть, и оно создано не человеком. И мы, оказывается, жили в соответствии с тем временем, в котором мы живем. Допустим, то, что в году 365 дней, или что в сутках 24 часа,
и так далее. И что, знаю я об этом или не знаю, но я живу в соответствии с этим. 그래서 우리가 느끼는 시간이라는 것은 공간의 마음이 인간이 느낄 수 있는 수준으로 축소된 이렇게 축소된 이 공간의 마음이라는 것이죠. Но время оно так устроено, что оно вот эту огромную душу пространства, если так можно сказать, сокращает так, чтобы человеку было это доступно и понятно. 그래서 이 공간의 심사, 공심이 공간의 마음이 나한테 보여지고 느껴지고 и тогда я могу почувствовать, могу увидеть вот эту душу пространства. 내 생활과 내 육체적인 생리까지도 다 주관하는 그런 것으로서 나한테 이렇게 아주 흡입돼 들어오고 있는 거죠. И тогда я буду оно будет проникать в меня настолько, что будет управлять и как бы жизнью моего как бы организма, моего тела. 그것이 나한테 이렇게 흡입되고 나를 또 상관해서 또 나가고 이 운행하는 이 운동 이 상태를 проникает в меня, потом оно работает во мне, исходит из меня. И вот это состояние 상태를 인간은 원래 느끼며 살게 돼 있었던 것입니다. Вообще человек устроен так, что он может это чувствовать. 지금도 이 말을 들으면 느끼기 시작하는 사람들이 여기 다일 거예요. И я думаю, что те, кто сейчас это слушает, среди вас есть те, кто понимают, что о чём я говорю. 확실하게 못 느낄 뿐이지. Другое дело, что, может быть, я это конкретно как-то не чувствую. 물질적인 것은 내가 이걸 이렇게 들고 컵을 이렇게 들었으면 이 느낌을 다 느끼고 행동할 수 있지 않습니까? То есть мы вот так вот берём вот эту кружку, да, и мы можем, ну как бы уже неосознанно мы понимаем, что к чему. 근데 인간은 사실 이 공간적인 이 허무한 것처럼 느껴지는 이 공간을 감각하는 것이 이 물질을 직접 내가 이 타치하는 이 감각보다 더 절실하게 느낄 수 있어야 됩니다. Но на самом деле человек, он должен уметь чувствовать окружающее его пространство намного еще более явно, чем вот этот физический предмет, к которому он может прикоснуться. 그러한 감각 기능을 찾아서 이거 인간적인 감각 기능을 찾아서 내 정신계를 갖다가 이렇게 운행하는 것을 묵상이라고 하는 것입니다. И вот найти, как бы вернуть вот эти, вот эти функции, да, которые могут чувствовать, прислушаться, вот это называется размышление. 그래서 묵상이 되는 것은 그것을 향해서 계속 이렇게 작용하는 내 생리가 운행되고 있는 상태. 그것을 내가 잘 유도해야 되는 것이죠. Размышление это тогда, когда я себя направляю свою физиологию, свой организм на то, чтобы это прочувствовать, на то, чтобы к этому еще раз устремиться. 그런데 요즘에 이 건강 운동을 그 회복하기 위해서 하는 저거에 명상이다, 무슨 뭐 요가다, 무슨 뭐 이상한 신법이다, 뭐라 해가지고 겉으로 보면 묵상하고 비슷한 게. И на сегодняшний день среди многих разных таких движений за здоровый образ жизни там тоже много говорят. Допустим, кто-то говорит там о медитации, кто-то говорит о йоге, кто-то еще о разных каких-то вот таких вещах. 그거는 묵상을 흉내낸 Но все ви험하고 это очень такой, знаете, опасный, лишь только лишь, ну не знаю, не 영적인 수준을 망가뜨리는 병보다 무서운 병입니다. Это такое опасное подражание размышлению, которое страшнее, чем болезнь, которая может разрушить вот такое подражание размышлению, может разрушить мое сознание. 왜 그런가 하면은? Почему это так? 지금 시중에는 그런 책자도 많고 유명한 사람이 책 쓰고 별 많아요. Сейчас очень много подобной информации, есть много разных таких известных, знаменитых, популярных людей, которые издают разные книги, пособия. 그 책을 보고 뭘 보고 뭐 하고 그 수련을 하고 모르는 사람들 И вот люди, которые читают эти книги, там что-то пытаются повторять, делать этому следовать. 나중에 보면 이 정신계적으로 뭔가 삐뚤어지고 다 망쳐. Потом смотришь, они потом действительно их сознание, оно, ну как, оно искажается, и люди становятся просто больными. 왜 그러냐? Почему так? 이 명상이다 이런 거는 이 자기 생각과 자기 감각과 자기 속에 있는 의지를 다 버려야 된대요. Почему? Потому что медитация это тогда, когда тебе нужно вот это вот всё, что у меня есть внутри меня, это мои мысли, мои чувства, это всё нужно оставить. 속을 공허한 상태로다가 다 То есть вот здесь всё должно быть что? Пустота. Внутри меня должно быть пусто. 쏟아 버리고 То есть всё это нужно как бы из себя выплеснуть. 망각의 상태에 자기가 들어가야 된다는 거예요. И ты должен войти вот в это состояние Как это говорят? 망각이 모든 걸 잊어버리고 모든 걸 생각하지 않고 Да, не, как прострации. Вот, прострации. Когда я ни о чём не думаю, когда у меня вот здесь ничего нет, и я весь такой пустой. 그리고서 호흡만 하면 되는 거예요. И что потом нужно просто
오래 할수록 좋대 그래. И дышать. И чем дольше это делаешь, тем лучше. 이게 얼마나 잘못된 위험한 것인지를 갖다 모르는 거예요. И люди не представляют, насколько это неправильно и это опасно. 이 삼리사관, 천리적인 거, 지리적인 거, 인간의 화합된 이런 모든 인간이 생각할 수 있는 사고의 운행을 우리는 잊어버렸는데 그걸 찾기 위해서 그쪽을 집대서 생각을 하면서 하늘을 생각하고 땅의 위치를 생각하고 인간의 화합된 원리를 생각하면서 호흡을 해야 되는 겁니다. Нам нужно дышать, объединив вот это небесное, земное, то есть небо, земля, человек, и сосредоточить свои мысли на этом и дышать. 내 한계를 그런 대천리적인 이치로서 꽉 채워서 나를 이렇게 통과하게 하면서 То есть нужно меня ограниченного стремиться наполнить вот этим, понимаете, духовным, небесным, чтобы оно прошло через меня. 보사라는 그걸 보사 운동이라고 합니다. 보사라는 것은 그걸 마음껏 나한테 끌어들이고 стремиться это притянуть к себе, в себя. 마음껏 나가게 하고 сделать так, чтобы оно через меня прошло и вышло. 그런 내가 그런 유통의 그 순간이 되는 나가 돼야지 и я должен быть тем, в котором через которого проходят вот эти процессы. 사람으로서의 역할 기능을 다 한다는 것입니다. И тогда я выполняю как человек, человек роль человека. 그래서 묵상도 사람으로서의 사람 노릇, 사람 역할을 다 할 수 있게 하기 위해서 하는 나의 생리적인 하나의 작용 운동에 И то есть получается, что вот это размышление, оно тоже как бы одно из тех движений, которые способствуют тому, чтобы я человек был человеком. 인간의 이 사고를 명상처럼 다 쏟아버리고 아무 생각도 안 하고 호흡만 하게 되면 호흡을 통해서 들어오고 나가는 건 있지 않습니까? Представьте, вот человек ничего не, вот он себя опустошил, все из себя вытащил и вот сидит и говорит только дыши, надо дышать. Но когда мы дышим, когда человек дышит, то есть то, что в него входит и выходит. 이 천리적인 생명 의식은 아까 말했듯이 질서와 순서와 법도가 있다고 그러지 않았어요? Как мы с вами сегодня говорили, да, что есть определенные законы, порядок и так далее, вот у всего того, что нас окружает. 그런데 Небесный. 이 모든 사고를 다 텅 비고 있으면 И вот это если все, как бы вот это все мышление, все себя опустошить, 무질서함이 들어와 버려요. То тогда войдет что? Беспорядок. 오히려 아무 생각도 안 하려고 했는데 망상이 확 끼어. Ты не хотела ни о чем думать, но у тебя будет наоборот огромное количество разных мыслей. 나를 망하게 할 수 있는 잡된 것이 확 끼어. Всякие такие неправильные лишние мысли, которые будут тебя разрушать. 그래가지고 고민이 되는 게 생깁니다. 고민. 고통스러운 아주 그 뭐라 그럴까 생각. И тогда будут возникать что? Кумин. То есть всякие разные переживания. 그래서 저기 뭐 절간에 중이라든지 누구라든지 보면 인상이 여기가 다 쭈그러들고 에? 그냥 항상 고행이라고 그래서 그냥 인생은 고행이라고 그래가지고 고민된 삶을 살고 있어요, 그 사람들 보면. Если посмотреть, ну, это в Корее есть много таких вот, ну, мест. Ну, у нас здесь тоже, там люди живут где-то в горах, да, там в буддийских монастырях, храмах, да, и посмотришь, у них все лицо вот здесь, оно такое... нахмуренное, сморщенное, то есть человек должен жить посреди страданий, он должен думать там о разных трудных вещах, и вот весь, и все его лицо, и вся его жизнь, это сплошное, в общем, переживание, страдание. И 생각 한 번, 마음 한 번 다시 이렇게 잘, 잘못 먹는 데서 이렇게 망상으로 빠지는 것과 이 천태만상을 이루는 천리적, 이 조물주적 사고에 내가 И, 같이 동화되는 두 갈래로 바뀌는 И то есть, понимаете, из одной какой-то вот такой неправильной мысли, неправильного начала можно столкнуться вот с тем, что ты просто себя наполняешь ненужным, неправильным. 그 호흡적인 감각과 이 묵상이 한테로 어우러진 나의 생리를 찾는 것, 그걸 찾아 들어가는 길을 정도라고 그러는 거야, 정도. 바른 길. Правильный путь, ну. Правильным путем называется то, что вот найти вот это вот дыхание и... Ой, дыхание. Хопка, муксанг. Да, дыхание и размышление, извините. 그래서 겉으로 보기에는 묵상을 할 때나 명상을 하는 사람이나 이렇게 몸뚱아리 모양을 보면 똑같은 것 같은데 Внешне смотришь, кажется, что размышляет, что медитирует. Вот знаете, глыба человеческая одна и та же. 이 정신계에서는 정도와 사도 아주 나쁜 길 두 갈래로 확 바뀌는 Но, понимаете, в сфере духовной это совершенно два разных пути. Это есть путь, если так можно сказать, жизни, да, правильный путь, есть неправильный. 그래서 좀 이따 여러분들이 이제 이 호흡을 하면서 이 묵상을 갖다 하려고 하지 않는데도 묵상의 감각을 느끼게 됩니다. И мы будем с вами через некоторое время дышать.
И вы понимаете, будет такое, что ты даже вроде бы и не собираешься размышлять, а будешь размышлять. 우주선을 타고 최초로 저기 달나라를 갔다 온 사람이 있었죠. Был человек, который впервые полетел куда? В космос, да, по-моему, на Луну. 뭐 러시아 사람도 있고 미국 사람도 있었고 최초 갔다 온 사람들이 있습니다. Да, есть и советский человек, да, есть и американец. 이름을 잊어버렸습니다만 그 사람들이 쓴 자서전을 하나 봤어요. В общем, имена-то я их забыл, но зато я читал их как вот, ну, как автобиографию. 이 지구권을 벗어나서 저 우주로 싹 들어가니까 тогда когда человек, ну, как бы вышел за пределы земли, ну, как бы 이 지구에서 모든 거고 다른 방식으로 다른 지구라든지 이런 데가 그렇게 아름다움으로 확 보여드리는 거예요. Говорит, что человек увидел, ну, действительно такую красоту, которую, ну, он не мог видеть, пока находился вот на земле. 근데 제일 정말 그 뭐라고 그럴까? 최고의 경지, 최고의 어떤 흥분감을 느끼게 해 주고 감동을 일으킨 것. Но то, что его больше всего тронуло, то, что действительно привело его в самый такой большой восторг. 감격한 것. То, что его впечатлило. 그 공간에 나가니까 감동과 감격으로만 안 태워드리는 것이죠. Он говорит, это то, что когда ты вышел вот в это пространство, это то, что вот пришло к тебе как просто как чувство, как вдохновение. 자기네는 지금 과학적으로 막 올라가면서 계산하고 위성 안에서 수치상으로 막 나타나는 것을 계산하고 하면서 어떤 것인가 이렇게 바라보고 이래고 갔는데 человек здесь на земле он считал, да, как, что, как подняться, куда, как. Всё вот эти вот все человеческие земные расчёты. 달나라 가서 어떻게 돌멩이나 확한 좀 집어 갖다 그 연구하려고 그런 사고로다가 떠났는데 что человек отправлялся отсюда в космос для того, чтобы там добраться до Луны и поднять там один камушек для того, чтобы потом его исследовать. Отправляется отсюда с земли с такими мыслями. 그런 지식을 갈구하려는 이 뇌를 머리를 쓰는 이런 사고식으로 갔는데 то есть человек был наполнен вот вся его голова, весь его мозг был наполнен только вот такими мыслями. 지구권만 딱 벗어나고 봐도 그런 지식적 사고성 이런 데 매지질 않고 감동과 감격으로만 느껴지더래요. Но тогда, когда человек выбрался, если так можно сказать, за сферы планеты Земля, все, что его наполнило, это вот вдохновение и вот восторг. 감동, 감격. Восторг и вдохновение. 이 사물을 보고 이것을 갖다가 뭔가 알고자 이렇게 하는데. Мы обычно смотрим на вещи, хотим узнать, что же это. 이것을 다 어떻게 알았다고 생각하는 사람. 열심히 수학적인 계산을 해가지고 아 이게 어떻게 해서 만들어진 것이라구나 무엇이라구나 하고 깨달은 저 만드는 사람은 그저 머리로 느낀 어떤 만족감을 갖다 느끼게 되는. Человек может испытывать какое-то удовлетворение, да, своим как своей головой, да, тогда, когда он добрался до того, что есть это, что оно из себя представляет, из чего оно состоит и все это записал. 근데 но 정말 인간적인 마음으로 이걸 갖다 보고 이걸 갖다가 보는 사람은 그렇게 수치 계산 안 해도 но человек, который просто смотрит на это вот с той душой, которая вообще ему изначально присуща, даже если он не будет там что-то считать, подсчитывать, 깨닫게 돼요. Он поймет. 이 깨달음이라는 거는 и вот это понимание 감동을 일으킵니다. Оно дает вдохновение. 이 지식을 머리로 한 거는 знание 자기 만족감만 느낄 뿐. Которое мы приобретаем головой, оно приводит лишь только к самоудовлетворению. 곧 시간이 지나가면 무가치한 것으로 느껴지는. Ты понимаешь, что когда проходит время, ты начинаешь чувствовать, что на самом деле оно это знание обесценивается. 근데 가슴으로 느껴진 것은 감동은. То, что ты почувствовал сердцем. 시간이 갈수록 더 고결하고. С течением времени оно становится еще более ценным. 그 정말 환희를 영원히 놓을 수 없을 정도의 это та ценность, 충만함 속에 자기 마음을 불러일으키는 거예요. которую ты не хочешь оставить никогда, и ты хочешь ей постоянно наполняться. 그래서 우리는 이 감동에는 진실이 있는데 и вот в этом как бы вдохновении есть истина. 가슴으로 이렇게 느끼지는 모든 적에는 진실이 있는데 искренность. То есть 머리로 계산하는 것에는 То, что мы чувствуем в сердце, в этом всегда есть искренность, истинность. То, что мы пытаемся подсчитать своей головой, 계산만 있을 뿐이에요. Там есть только расчет. 뭘 봐도 저울질해. То есть что, на что бы ты ни посмотрел, все, что взвешиваешь. 그 저울질해서 뭐 나한테 유익함이 뭐가 있을까? Ну ты взвешивал, какой от этого прок тебе?
그래서 이런 큰 차이가 있는 것입니다. И вот в этом есть большая разница. 근데 우리는 항상 이저 뭡니까 묵상 같은 걸 이렇게 하게 보면 호흡 테스코 같은 거 보면 쫙 우주적 공간. И тогда, когда мы будем дышать, тогда, когда мы будем размышлять, то вот это вот топ, космическое пространство. 예를 들어서, например, 세상에선 등산가가 있습니다. 등산 산을 올라가는. Допустим, в мире что вот мы можем подниматься в гору. 지구에서 제일 높은 에레베트 산 꼭대기에 올라갔어요. И вот вы забрались, допустим, на самую высокую вершину этого мира. Это что, Эверест? 아, 여기서 내가 지구에서 제일 높은 곳에 올라왔다. И вот вы поднялись на самую высокую вершину, на самый высокий пик на этой земле и говорите: я стою на самой верхушке этой земли. 그래가지고 자기가 거기서 최고의 높은 곳에 올랐으면 어떤 흥분감을 느껴요. И там человек чувствует какое-то возбуждение, что он сейчас находится на самой высокой точке мира. 그렇지만 지가 밟고 있는 그것도 땅이라는 걸 못 느껴. Но человек в этот момент он не ощущает и не понимает, что то, что он сейчас 지구라는 땅이에요. Наступает эта земля. 또 높은 곳에 있기 때문에 내려가야 돼. Та земля, по которой он просто ходил, и потому что и теперь ему нужно спускаться. 하나의 제자리 걸음이야. И то есть получается, что на самом деле это что? Это просто топтание на месте. 거기서 내가 에라베트에 올라갔니 내려갔니 하고 입으로 쓸데없는 큰 소리 하면서 허황된 삶들을 사는 사람들. И есть очень много таких людей, которые, я извиняюсь, выражают, ну как бы издают такие тщетные возгласы, там я взобрался на Эверест. 거기서 꼭대기에서 이렇게 내려다 보니까 저 세상에 빌딩도 뭐 성냥감 많았고 사람도 개미가 다니는 것처럼. И вот ты смотришь с высоты этой вершины и видишь такие маленькие здания и люди там мураши. 근데 자기는 그렇게 크고 거대하고 산 꼭대기 있고 세상은 다 그런 것처럼. И себя ты чувствуешь таким огромным великаном и весь мир кажется тебе вот какой-то крошечным, ну весь таким крошечным. 그런 환상에 빠져 살아요. И часто люди живут, впадая вот в такое заблуждение. 그건 계산적이고 이 육가 자기 가시권적으로 사는 사람들의 한계. Это ограниченность людей, которые живут расчетами и считают. 감동은 이런 육신이 할 수 있는 땅을 딛는 그 자리에 올라가서 자랑하는 그 사람이 되지 않고 감동은 이 육신을 벗어난 나의 감동이 천체와 이 무한 공간과 동화가 되어버리는 거예요. Вдохновение, оно выше этого, оно исходит из меня, отходит от меня, и оно соединяется с тем, что есть в пространстве. 그러니까 이제 천지 만물을 창조한 조물주적인 그 심정, 그 마음 상태에서 세상을 보는 사람이 되는 거예요. Этот мир видеть с позиции того, кто сотворил небо и землю. 에레베트 산 꼭대기에 올라가 있는 사람이나 땅에서 기어다니는 사람이나 밑에 있는 사람이나 뭐 있는 사람이 그저 다 땅에 있는 요만한 그 피조물들의 삶으로 보여지는 큰 위치에 서게 되는 거예요. Тогда ты можешь встать на вот это высокое положение, с которого ты видишь, что и тот, кто на Эвересте, и те люди, которые живут там где-то далеко внизу у подножия Эвереста, на самом деле это все одни и те же люди. 그런 능적인 삶을 사는 게 사람이에요. И жить вот такой жизнью, это есть жизнь. 그래, 그 천태만상 모든 것을 이 공간적인 큰 심사로 누리고 바라보고 누리며 살 수 있는 그런 조건에 그런 그 권한권을 가지고 사는 게 인간이라 이 말입니다. И человек это тот, который действительно имеет такую привилегию жить вот так, видя с позиции Творца. 그런 마음 상태 기준에 들어가는 공부가 묵상이에요. И вот это как бы обучение, да, чтобы найти вот эту душу, да, вот это есть размышление. 그래서 이 묵상을 이렇게 여러분들 하면서 보면 세상이 조용해집니다. И тогда, когда вы будете размышлять, вы увидите, как мир становится тихим. 그 아까 그 로켓 타고 올라간 그 저기 뭐 우주인이 공간에 가서 세상을 이렇게 바라보니까 помните, как тот космонавт, который полетел в космос и потом увидел оттуда с высоты, он увидел, что мир он очень тихий. 우리가 한없이 크다, 한없이 작다 하는 건 한 없다고 하면서 있기 때문에 한없이 적다 크다 얘기하는 거예요. Знаете, мы иногда говорим безгранично большое, безгранично малое. На самом деле мы так говорим, потому что есть границы. 말문이 딱 막히더라는 거예요. Это когда человек вот это про космонавта, он увидел, он понял, что просто, знаете, не было слов. 무엇이라고 표현할 수 있는 это было невыразимо. 어떤 방법의 한계가 없더라는 거예요. И то есть
не было каких-то границ того, чтобы это выразить. 그렇게 벅차고 큰 감동만 있더라는 거예요. Было лишь только вот это огромный восторг, который наполнял. 근데 그 감동의 그 수순이 조용함. И вот этот уровень как бы вдохновения, да, он был такой тихий. 그 웅대함. И это было величественно. 거룩함. Это было свято. 이런 공간이 영원한 거. И вот это пространство, оно было вечным, вечность, о которой ты только слышал. 그 속에 평안과 안정감이 공중을 날면서도 그대로 나한테 오더라는 거죠. И он говорит, что меня охватывало вот это чувство безопасности, которое я испытывал посреди, казалось бы, вот этого огромного пространства. 그 사람은 뭐 우리가 여기서 묵상한다 그리고 호흡하고 코로나 숨쉬고 이러고 있어가지고 느낀 게 아니고. 자동적으로 그만쯤 나가니까 자기 생리를 갖다가 Это то, что этот человек почувствовал не потому, что вот как мы сейчас тут собираемся дышать, размышлять, да? Человек достиг этого пространства и там он это просто увидел. 주위에서 단 그 주위의 환경을 느낌을 그러한 방식으로 느끼게 된 거지. То есть почувствовал вот таким образом то, что его окружает. 여기서 말하는 조용함. И здесь вот эта тишина, которая здесь говорится. 거룩함이라는 건 어떤 감각인가? Вот это святость, о которой здесь говорится. 우선 평화로움. Во-первых, это, конечно же, покой. 그 밖에 저기 무슨 기계 소리도 들리고. Там на улице слышны разные강아지 ну, как со리도 бы, 들리고. Работа каких-то механизмов. Вы можете слышать лай собак. 사람 떠드는 소리도 들리고. Люди о чем-то говорят. 평소와 같은 소리가 다 들려요. И все эти звуки, которые нас окружают, они да слышны. 근데 그게 들리는 건지 안 들리는 건지 들리는 건데 평소 지금 여러분들이 들을 때처럼 이런 소음으로 들리지가 않는단 말이에요. Но они будут не такими обычными, как это мы делаем, как мы их обычно принимаем. 시끄러움이나 무슨 이런 감정으로 표현해서 분별해서 들을 수 있는 소리로 들려오지가 않는 거예요. То есть они не будут нам слышаться как звуки какого-то шума, который мы различаем. 조용하고 안정되고 평화로운 거룩함 가운데 거룩함 가운데 들을 소리가 다 들려. Вот в этой тишине, спокойствии, святости ты слышишь все те звуки, которые способен слышать. 원래 조용하다는 건 그걸 얘기하는 거예요. И вообще тишина, вот как раз об этом речь. 옆에서 벼락치는 소리가 들리더라도 그 소리 듣고 깜짝 놀라거나 터지는 게 아니고. То есть даже если рядом с тобой там гром гремит, да, но тишина это тогда, когда ты не пугаешься этого. 옆에서 북치는 소리, 저기서 자동차 굴러가는 소리가 나더라도. Даже если там барабаны и там и вообще какой-то огромный шум может быть стоит. 그게 시끄러움으로 들리지 않고. Но он не доходит до тебя как шум. 아주 지금 세상까지 느껴보지 못한 평화로움, 조용한 가운데 들려드는 하나의 안정된 평화적인 이런 감각으로 들려온다 이 말이에요. Это будет к вам приходить как чувство чего-то такого спокойного, стабильного и ну типа безопасного. 그래서 조용한다고 해서 아무 소리도 안 들리는 게 아니란 말이에요. То есть тишина это не значит ничего не слышать. 원래 우리가 지금 들었던 이 사이클하고 다른 본래 인간 사이클이 회복돼서 들려지는 소리는 вообще 어느 것을 내가 평안하게 누릴 수 있는 대상의 소리 보여지는 것 많아지는 것 이런 것으로 대상이 돼서 나에게 느낌으로 온다는 것을 То есть другими словами, всё, что нас окружает, оно есть, и это есть тот объект, который мы можем слышать и видеть. 자, 그럼 지금부터 실제 그건 뭔데 그렇게 대단하냐? Ну и с этого момента, да? А мы начнём. То есть, ну, казалось бы, вот ну что тут такого великого и необычного? 이거는 절대적으로 대단한 것이 아니에요. Это ни в коем случае не есть что-то великое. 아까 제가 뭐라고 그랬습니까? Как я вам уже до этого говорил. 나의 생리라고 그랬잖아요, 생리. Мы говорили, что это есть наша физиология. 어떤 생리? Какая? 내가 지금까지 까맣게 잊어버리고 Это то, та, которую, о которой я просто напрочь забыл. 그 부분을 찾는 것이라. И вот это нам нужно найти. 그래서 여러분들이 어디를 갈 때나 Тогда, когда вы куда-то идете, 어디 앉아서 쉴 때나, может быть, тогда, когда вы где-то отдыхаете, 밥을 먹을 때나, когда вы кушаете, 일을 할 때나, когда вы работаете, 하다못해 용변을 볼 때래, даже, может быть, если сидите на унитазе, 어떤 자세를 취하고 있을 때라도, то есть в любой, как говорится, позе, 이 호흡만 하면 돼요. Вам достаточно дышать. 이왕이면 내가 좀 편안한 자세를 취해고서 하는 게 좋겠죠. Конечно, если уж вы решили это делать, то это лучше всего делать в такой в удобной позе. 일부러 한간에서 저 중들이나 무슨
명상가들이 하는 것처럼 그냥 아랫배를 두드리면서 뭐 가득 쓰면서 씩씩거리고 코 쉬는 이게 명상이 아니라 이 말이에요. Понимаете, размышление это не есть так там, как где-то укрыться в каком-то храме, сидеть там, стучать себя по животу, да там или не знаю, там по особенно 하나의 격식이 아니에요. Это не есть, понимаете, как какой-то 격식. 뭐 Как ритуал, да? 아니다. Да, это не то, что вот я обязательно должен сделать. 여러분의 там, 것입니다. То, какие-то условия. 여러분의 것. Это ваше. 아까 이제 한 말씀 조금 정리만 하나만 정리하고 이제 실습을 하겠습니다. Да, прежде чем вот сейчас еще раз немножко подведу итог и потом мы приступим к практике. 제가 무슨 얘기를 했냐면 여러분들이 지금 살아 있는 것은 то, 자, что вы сейчас живы. 자신도 모르게 이 본래의 태식호. Потому что вы сами того не замечая. 이게 인간의 본래 호흡이기 때문에. Потому что это вообще есть человеческое. Присущее человеку желание, хотя мы люди думают, что это все оставил. 여러분들이 잠자는 시간. На самом деле тогда, когда вы спите. 혹은 사색하는 시간. Может быть во время тогда, когда вы бодрствуете. 혹은 하지 않으면 무슨 일을 할 때. Может быть тогда, когда вы что-то делаете. 어느 때 언제인지 모르게 여러분들 자신이 못 느끼는 순간에. В какой-то момент, может быть даже, который вы сами не ощущаете. 이 태식호흡이 몸에서 일어난 거예요. Вы ваш организм совершает вот это брюшное дыхание. 한 3분 내지 15분 동안. Где-то в сутки от 3 до 15 минут. 그 3분 동안, 15분 동안에 정화된 그 호흡에 의한 여러분의 기량이 몸에서 활동하기 때문에 지금 살아 있다 이 말이에요. И благодаря тому, что ваш организм сам, потому что это присуще вашему организму совершает это дыхание, поэтому работают ваши органы, поэтому вы сейчас живы. 그냥 보편적으로 지금 여러분들이 쉬는 호흡 가지고는 내 몸은 지금 가스 중독. Тем обычным дыханием, которым мы с вами привыкли дышать и дышим, на самом деле наше тело, наш организм будет просто заполняться вредными газами. 오염의 그냥 내적 속 상태가 и это будет лишь только загрязнение внутри, 병들어 고생하겠군요. которое приводит к заболеваниям и последствиям от них. 자, 아, 이제 그렇다면은 이 호흡을 해봅니다 먼저. Теперь мы сейчас попробуем вначале дышать. 네, 호흡을 합니다. Мы будем дышать. 있는 자세 그대로 해서 좀 허리 좀 약간 펴시고. Где, вот там, где вы сейчас есть, просто ну, сядьте ровненько, да, выпрямите спину. 자, 호흡이 좋으니까 이 마음에 욕심이 있는 사람들은 뭐든지 좋다면 뭐 많이 내 거 만들고 싶어가지고 호흡도 잔뜩 들어 마십니다. Знаете, когда людям скажешь, что что-то вот хорошо, да, бывает такие люди, им до всего, как бы, ну, бывают такие люди, вот все хочу сделать лучше всех, больше всех и побыстрее всех, да, и начинается, я дышу и там, короче, изо всех сил вдыхаю, изо всех сил выдыхаю, да. 어떤 사람은 호흡을 잔뜩 들이마셔가지고 아랫배로다가 쉬는 거라고 아랫배로 보내야 된다고 아랫배 힘을 잔뜩 줬다 보니까. И есть люди, которые, знаете, вот говорят, что нужно дышать вот этим нижним животом и потом туда вот как бы все, ну, выдыхать или еще что-то. И бывает, что они так это напрягают, что потом у них что появляется грыжа. 그렇게 좋다고 적은 게 아니라 제가 시키는 걸 잘 들으셔야 돼요. Поэтому, пожалуйста, да не нужно так вот это хорошо, и значит, вот я сейчас это сделаю вообще хорошо. 절대 호흡을 많이 들이키지 마세요. Послушайте внимательно, что я говорю. Ни в коем случае не нужно вдыхать много. 속도에 있어서 조금 들어올 때보다 나갈 때가 좀 빠를 뿐이에요. 아, просто скорость вдыхания, вдоха, она немножко медленнее, чем скорость выдоха. То есть выдыхаем мы немного быстрее. 처음에 한 11초 내지 13초. В начале в течение 10-11 секунд. 13초 동안 가만히 호르다가 아니, 요만큼만 들어마십니다. Вы вот столечко спокойно вдыхаете. 호르다가 호흡 들어마시는 게 아니라든지 왜 코로 마시라고 그러냐고요. И вы можете сказать, вы же сказали нам носом не дышать. Вы что нам говорите сейчас носом вдыхать, да? 여러분들이 지금 망가진 습관성은 코로만 숨쉬는 그 기분을 느끼기 때문에 그렇게 생각하라는 것입니다. Но почему я вам так говорю? Потому что это наша с вами привычка, да? Думать, что нос это наш орган дыха, ну как бы проводник дыхания. 하지만 Но. 머리카락을 긴 머리카락을 하나 이렇게 떼가지고. Ну вот представьте. 코에다 이렇게 대고. Если вы можете вот один длинный волос раз так вырвать и к носу поднести. 가만히 들어마시고 가만히 내쉬는데 이게 흔들리지 말아야 돼. И нужно тихонько, спокойно вдыхать, выдыхать так, чтобы вот этот волосок у вас в руке. Он не шевелился. 그러니까 많이 들어마셨다 많이 훅 내버리는 이러지 말라는 얘기. То есть другими словами, не нужно
Ну, как бы, чтобы этот волосок туда-сюда болтался. И потом, забудьте о том, что вы дышите грудью. Вы тихонечко вдыхаете. То есть вы потихоньку вдыхаете, это все делается мысленно. Вы дышите, и вот отсюда, вот как будто мысленно, да, вот отсюда, сюда, 생각하고, вы вдохнули как бы вот отсюда, вот сюда, до низа живота. 13초 들어마신 사람은 11초 만에. И потом, если человек, который вдохнул, делал вдох 13 секунд, 11초 정도 들어마신 사람은 9초 동안에 호흡을 토해내야 되는 то тогда этот человек в течение 11, а тот, допустим, который вдыхал в течение 11 секунд, он должен в течение 9 секунд выдохнуть. 자, 피는 움직이지 않고. Понимаете, да? Разница примерно 2 секунды. 피는 움직이지 않고. Ваш, вот здесь грудь, она не движется, не шевелится. Вот это вот средняя часть живота. 이 배, 이 배꼽하고 이 가슴, 요 족가슴 요 가운데를 가운데 그랬죠, то есть вот, вот мы говорим, будем называть, ну, как бы средней частью живота, вот эта часть между грудью и пупком. 요 중복을 거쳐서 요 아랫배, 배꼽 밑에. То есть получается, что вот и до низа, да, то есть до низа, вот низа живота, которую мы называем ниже пупка, да, вот отсюда вы как бы вдыхаете, вот оно вот, так, вот сюда проходит, вот сюда. 여기까지 호흡이 들어왔으면, и да? Когда ваше дыхание, оно вот вошло сюда, дошло. 여기까지 들어온 시간이 13초 걸렸다고 치자면. И предположим, что 그러면, вот этот вдох, вот этот проход вот сюда, дыхание вашего, занял 13 секунд. 그러면 11초 동안에 다시 내쉬어야 돼. То потом нужно выдыхать в течение 11 секунд. 내쉴지 어떻게 내쉬냐? 이 가슴부터 как, 조이는 거야, 이렇게. То есть теперь как нужно выдыхать? Начиная 네. с груди, вот сюда, вот так раз. 짜내는 거야. Как будто бы вы выжимаете, чанеку, да? Как будто выжимаете, раз из груди, раз вот отсюда из середины, да, живота, раз из низа живота, как будто вот, как будто это вы выжимаете. 그리고 다시 가슴으로부터 이렇게 피는 거지 들어마시는 건 아니란 말이에요. И потом опять вы раз, 피고, как будто вот отсюда, начиная с груди, вот так вот так расправляете, но это не значит, вот так делаете, понимаете? 그다음에 중복부로 들어오게 하고. Потом вы смотрите, делайте так, чтобы оно дошло до живота, потом до низа живота. 또 하복부로 왔으면 이게 13초 걸린 거예요. Вот здесь у вас 13 секунд ушло на вдох, да, вот грудь, вот здесь вот. 곧바로 또 여기서 또 조이는 거예요. И опять, когда вы выдыхаете отсюда же вот так. 여기서 또 네 번에. Отсюда выдыхаете, отсюда. 아랫배 네 번에요. 자, 그럼 가슴 피고 내가 1초를 1, 2, 3 이렇게 이제 1 하면 1초, 2 하면 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이렇게 쭉 나갈 테니까 я буду считать. 하나가 1초씩이니까 13초. Я буду считать. 13까지 하면은 13, 13초까지 네. 되면 그다음부터 또 하나 1 2 3 쉬면은 네. 나가는 겁니다. 네. 숨을 내쉬는 겁니다. Сейчас я буду считать от 1 до 13. И в течение этих получается 13 секунд мы с вами что делаем? 자, 두 손을 이렇게 вдыхаем, а потом я начну считать заново 11 секунд выдыхаем. Каждый вот так положите себе руки вот сюда. 내가 지금 호흡을 할 때 손을 대고 내 가슴 속으로 그냥 이렇게 지금 쭉 이렇게 호흡이 들어와서 그다음에 아랫배로 와가지고 вот оно зашло сюда, 배가 약간 грудь, 나오는 기분이 있고 потом вот здесь как будто бы у меня живот немножечко выпер 아랫배로 내보낸다 и потом я отправляю сюда 곧바로 또 올라와서 여기서부터 쭉 짜는 식으로 а потом когда выдох это я опять отсюда 짜고, как будто вот его выжимаю да, 하복부도 짜고 отсюда выжимаю потом отсюда и потом отсюда 들어마시고. 그러니까 이렇게, и потом и렇게, снова 들어마시고, отсюда я пью ну, то есть вдыхаю 들어마시고, 내쉬고. Понятно, да? Вдыхаю, выдыхаю. 자, ясно, да? Ну, когда 하겠습니다. Вдыхаю, получается. Так, сейчас учитель начнет. 들이키지 마세요. Считай. Но, да? 호흡, 숨을 많이 да. 들이키지 마세요. Но не нужно так. Ладно? Не нужно сильно вдыхать. 조금씩 해서 이거 흔들리지 말라는 거는 то, что я вас прошу, как будто у вас вот здесь волосок, и что он не шевелится. 코로 호흡이 들어오고 나가는 것만큼 피부에서 호흡을 하게 하는 거예요, 그게 바로. То есть, насколько... 호흡. 네. 피부가 호흡을 하게 하는 거라 이 말이에요. То есть мы стараемся сделать так, чтобы дышала наша что кожа. 지금과 같이 그렇게 호흡을 하게 되면 내가 코로 쉬고 있는 줄 알지만 천만의 말씀. Вы думаете, вот я сейчас дышу носом, да, но на самом деле это вообще никак. 이 피부가 하는 거예요. Это дышит ваша кожа. 이 피부에 땀도 나오고 кожа, она 어떤 потеет, 냄새도 나오고 она пахнет. 뭐 하고 하는 게 이게 다 이 혈공이 뚫어져 있어 가지고 это все потому что здесь есть поры, да? Вот мы с вами знаем, она в сердце. 네. 그러니까 영어 습성이 됐으니까 요걸로 감각을 해야 그나마
호흡이 들어오고 나가는 걸 갖다 느끼기 때문에 Понимаете, 코를 как? Это мы привыкли, да, чтобы носом. Поэтому я вам говорю про нос, чтобы мы как-то чувствовали чуть-чуть. 그래서 코를 이렇게 들이마시는 것처럼 생각하는 И 거지. И поэтому мы так делаем, как будто мы вдыхаем носом, но на самом деле 소량의 호흡을 저 머리카락이 흔들리지 않게 이렇게 쉬면은 코로 들어오는 거나 나가는 거나 몸으로 하는 거나 똑같은 거예요. Если мы будем это делать, если так можно сказать, маленькими глотками, то есть не, ну как, не сильно вдыхать-выдыхать, то это будет равносильно, что, ну как наш, насколько дышит наш нос, вот по чуть-чуть, так же будет дышать наша кожа. 자, 고개를 똑바로 하고. Голову, пожалуйста, ровненько. 고개를 똑바로 하고. 이 공간을 대해서 대기와 나를 갖다 이렇게 순환시키는. И вот такое, да, что вы через себя пропускаете это пространство. Сейчас вы себе как бы притягиваете вот это пространство, и оно становится вашим. 그 운동의 호흡이라는 겁니다. Вот это. 육신이 하나 살아가기 위해 가지고 육신이 하나 건강하기 위해 가지고 이렇게 몸 안에서 쉬는 게 호흡이 아니고. То есть я дышу, это не то дыхание, это не то, что совершается во мне для того, чтобы я жил, а для того, чтобы мне стать единым. Одним целым с тем, что великое, огромное, которое меня окружает, и то, что сотворило все. 네, 여러분들이 벌써 자신도 모르게 자세가 굉장히 좋아졌어요. Вы сами того не замечаете, но, знаете, вы уже 좋아졌어요. Вот прям вот вы прям очень хорошо сидите, вот прям поменялось все. 자, 이제부터 내가 하나, 둘 이렇게 Пожалуйста, 셉니다. Не делайте видео съемки. 셉면은 코로 천천히 요만큼만 들이마세요. Сейчас я буду считать 1, 2, 3, и вы вот по чуть-чуть, хорошо, по чуть-чуть. 다시 그럼 셉니다. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 넷입니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 다시 들어보십니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 또 열 한 번 또 들이마십니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 13. 13번을 했어요, 이번에는. 13 в этот раз мы сделали. 둘, 2, 3, 4, 4, 4, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 잠깐 눈을 뜨세요. 아주 잘하세요. 여러분들은 아주 선천적인 그 소질을 회복시키는, 자신을 회복시킬 수 있는 선천적인 아주 본래 인간적인 그런 습성을 잃지 않고 사시는 것 같아요. Такое чувство, как будто бы вы не теряли вообще человеческое обличье. 나의 제일 귀중했던 것이었는데 그걸 갖다가 찾는 순간인데 이걸 갖다가 찾아가지 못하는 사람을 뭐라 그러죠? Допустим, это самое важное для меня, я это потерял и не могу найти. Как называют? 잊어버렸던 나의 제일 귀중한 것. То есть самое важное для меня потерянное. 하늘을 날아다니. Тогда, когда ты находишь это, да, у тебя появляются крылья, и ты, кажется, можешь летать по небу. 안 기뻐하시네. Что-то вы не радуетесь. 자, 다시 한번. 다시 한번. Еще раз. 똑바로 앉으시고. Ровненько сели. 똑바로 앉으시고. 나의 제일 귀한 것, 잊어버렸던 나의 제일 귀한 생명. Самое драгоценное, что вы потеряли. 이걸 갖다 지금 찾는 순간인데. Сейчас мы с вами это ищем, возвращаем. 내 앞에 있는 걸 갖다 이렇게 주워 드는 순간인데. То есть это тот момент, когда вот оно перед вами, и вы его подбираете. 이걸 거부하는 사람. Люди, которые это отвергают. 이걸 게을리하는 사람. Или люди, которые в этом ленятся. 바보. 그런 사람을 바보라고 하는. Про таких говорят дурак. 바보 되고 싶습니까? Вам хочется быть глупыми? 저도 처음에 이게 잘 안 돼가지고 바보 노릇 많이 했어요. Я тоже, знаете, мне это не очень получалось. Я тоже очень много, ну. 이게 쉬운 것 같아도 это кажется легко. 처음에 배울 때는 아주 쉬운 것 같은데. Поначалу кажется легко. 원래 처음에 잊어버렸던 거기 때문에 아 이렇게 하려는 거구나 그렇게 하면 되는 거겠지 해가지고 되는 줄 아는데. Нам кажется, ну достаточно сделать, как нам говорят, я и буду делать. Но
얼마 정도 하다 나중에 보면 아우 내가 이게 잘 안 되고 있구나 해가지고 Но потом пройдет какое-то время, и вы подумаете, ой, что-то у меня не получается, я не так делаю. 잘하려고 땀을 뻘뻘 흘리는 수가 있어요. И может случиться так, что вы будете действительно проливать пот самым настоящим образом для того, чтобы это сделать нормально, чтобы у вас получилось. 근데 선천적으로 아주 잘하는 처음부터 잘하는 사람은 아주 잘하는 사람. Но знаете, есть люди, которые действительно изначально у них хорошо это, вот они хорошо это делают. 한 12살 미만. Те, кто младше 12 лет. 애들은 아직도 이 퇴식호흡을 하는 애들이 많이 있기 때문에. Потому что среди тех, кто младше еще 12 лет, среди них много таких детей, которые до сих пор дышат вот этим брюшным дыханием. 애기 들만 거졌기 때문에 이거 시키면 빨리 해 아주 쉽게. Если их, например, вот этому учить, они очень быстро могут научиться, ну как бы сделать это. 그래서 우리가 이 게일러지고 뭐해서 안 하지만 하루에 이렇게 짧은 시간 이거 몇 차례씩 해. Мы часто не делаем, потому что мы ленимся, ленивы, но если в день по нескольку раз мы это будем делать со словом, то в какой-то момент вы увидите, что вы, оказывается, вообще теперь так дышите, стали дышать. То есть, другими словами, это будет свидетельство того, что вы вообще нашли ваше естество, ваше настоящее. И это не длинный период. Пожалуйста, старайтесь. Пожалуйста, взбодритесь. Не облокачивайтесь на спинке стульев, да? Вот просто ровненько. Ровненько сядьте, плечи опустите, то есть расслабьте. Руки можно хотите положить, и можно вниз, как хотите, ничего. Давайте мы еще раз будем дышать. Да сейчас 13 мы будем вдыхать. 11 выдыхать. 상초, 중초, 하초라고 하는데 상으로 들어와서 가운데로 와서 아래로 갑니다. Вверх зашло, потом сюда в центр, потом вниз. 또 내쉴 때는 다시 여기서부터 내쉽니다. И когда мы выдыхаем, то тоже вот отсюда выдыхаем. Да, вот отсюда вначале выдохнули, отсюда выдохнули, потом отсюда. 자, 다시 시작. Еще раз. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 열둘 열세 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 11, 12, 13. 다시 한번 눈을 뜨세요. Откройте глаза. 자, 지금부터는 제 구령을 맞추지 마시고 А сейчас 마음속으로 Не надо под мой счет, ладно? Просто вы сами про себя. 마음속으로 내가 이렇게 요 속도로다가 세면은 한 13초 하겠구나. 그렇게 하면서 들어 마시고 Сами про себя, да? Ну, может, хотите считать, хотите нет, ну, где-то примерно, допустим, вот так это будет у меня 13 секунд, так 11. То есть я вдыхаю чуть-чуть медленнее, выдыхаю чуть-чуть быстрее. 자, 눈을 감아야 생각이 잘 나는 습성이 있는 분은 살짝 감아도 좋고. Те, кто как-то кому легче думается, если так можно сказать, 네. закрытыми глазами, то, пожалуйста, вы можете закрыть глаза, ничего. 네, 눈을 이렇게 떠서 Каннинге социли, не за рамен, я пенен за рам, погоси, помню, ну, ту, помню, за это. А те, кто может с открытыми, ну, как бы есть такое, да, талант, то, пожалуйста, вы можете с открытыми глазами смотреть. Ну, то есть поза, ну, как бы, как вам больше нравится, хорошо? То есть открытые, закрытые, там, неважно. 제가 시작합니다. Я начинаю. 시작. 하면서 들으세요. Делайте, дышите и слушайте. 여러분들 지금 이걸 호흡만 하고 있는데 주위가 조용해지는 걸 느낍니다. Вы сейчас просто дышите, но вы чувствуете, как вокруг вас становится тихо. 여러분들이 내 강의 들을 때도 조용했어요. И тогда, когда вы слушали лекцию, тоже было тихо. 그런데 지금 이 호흡을 하는 순간에 느껴지는 조용한 감각은 Но та тишина, которую вы чувствуете сейчас, 완전히 틀립니다. Дыша, она совершенно другая. 그 조용함 속에는 저 바깥에까지도 조용한 걸 느낍니다. Вы чувствуете в этой тишине тишину даже улицы, которая находится вне пределов этого здания. 이 주변에 벽이라든지 이런 걸 뚫고 저 밖에까지 조용한 것이 나한테 감각으로 느껴집니다. И вы чувствуете вот эту тишину, которая приходит к вам оттуда,
которое приходит из-за стен. 그 조용함 속에 귀뚜라미 우는 소리까지도 들립니다. И может быть посреди этого вы можете услышать в этой тишине звук кузнечика. 책상을 내가 두들기는 소리도 들립니다. Вам слышно, как я стучу по столу? 저 옆에서 집 짓는 소리도 들립니다. Вам слышится, вы слышите, как строят здание недалеко. 하지만 내 감각적인 속에서는 아주 조용한 가운데 평화로운 소리가 돼서 들려옵니다. Но для меня это приходит как звук такой спокойный. 어떠한 소리에도 내가 놀라지 않습니다. Я не удивляюсь и не пугаюсь никакого звука. 그저 조용할 뿐입니다. Просто тишина. 조용하게 느껴진다는 의미, 그것이 무엇일까요? И что же есть смысл этой тишины? 안 들리는 거고 조용한 거는 틀립니다. Это отличается от той тишины, когда ты не слышишь звуков. 내 귀를 통해서 다 소리가 소리는 소리로. Я все слышу как звуки. 눈에는 보이는 것으로. Я все вижу то, что меня окружает. 코로는 냄새로. Я чувствую запахи. 입으로는 어떤 마시고 뱉고 먹는 것으로. А ртом я могу ощущать вкус, могу вкушать, могу выплевывать. 다 그러한 감각 가운데. И посреди всех вот этих чувств. 조용함을 느낍니다. Я все равно чувствую тишину. 그저 조용할 뿐입니다. Просто тишина. 다시 한번 깊이 잘 해보세요. Пожалуйста, еще раз попробуйте глубоко 하나, это сделать. 둘, 셋, 넷, 4, 다섯, 5, 여섯, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 또 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 계속. 이 продолжаем. 여러분 마음속에 지금 굉장한 평안함이 있습니다. Сейчас в вашем сердце есть большой мир. 조용함이 있습니다. Есть тишина. 거룩한 공간을 느낍니다. И вы чувствуете святое пространство. 그것이 당신들의 것입니다. 여러분의 것입니다. Это ваше. 그 생리를 빨리 회복하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы как можно скорее это восстановили. 자, 눈을 뜨시고. Откройте глаза. 자, 바로. 자, 바로 그러니까 세상 호흡으로 금세 돌아가죠. И вы сразу вернулись, да, к своему обычному дыханию. 그냥 바로 해도 그 호흡이 평생 내가 죽을 때까지 연장이 돼야 되는 겁니다. Нужно, чтобы, знаете, даже если вот пришел такой знак, вы все равно дышали как вот. 자, 마지막으로. И последнее. 이 3일 금식 사실 따지고 보면 별거 아닙니다. Если так разобраться, вот этот трехдневный пост, это, ну, как бы ничего такого. 뭐, 여러분들, 그 무슨 일이 있어가지고 막 전쟁이 났다고 치자 이 말이에요. Предположим, да, что-то случилось. Ну, 그냥 먹을 것도 없고 뭐 또 막 살긴 살아야 되겠고. Случилась война, да? Ну, еды нет, ничего нет, а жить надо. 열흘 굶어도 살려고 막 죽지 않고 살아서 막 움직이실 거예요. Я думаю, что даже если 10 дней пройдет, вы все равно будете жить, что-то делать, двигаться, да, для того, чтобы дальше жить.
이렇게 삶이 편안해져 가지고 Но из-за того, что наша жизнь с вами стала чересчур комфортной. 이 편안한 가운데 이렇게 진식 운동도 받을 수 있고 이런 여건 속에서 지금 모여서 우리가 일하고 있습니다. И мы сейчас с вами в очень таких комфортных условиях, да, принимаем вот этот тренинг, и мы с вами работаем. 이런 상태에서 3일만 굶어도 И вот если в таком состоянии 3 дня поголодать, 그냥 몸에 별 현상이 다 일어납니다. У нас много может что в организме произойти, ну то есть что может проявляться. 이게 명현 현상이라고 그래가지고 명현 뭘 말하는가 하면 몸에 있었던 증상이 그게 괴로움으로 안 나타났었는데 괴로움으로 확 나타나는 것을 명현 현상이라고. И это такой, ну как бы эффект, когда вот то, что в нас было, ну как бы сокрытое, да, в организме, незаметное, чего мы не знали, вот оно начинает в этот момент проявляться в этот период. 특히 자신도 모르게. Особенно. 자신도 모르게 이 만성 질환을 가지고 있는 사람이 있어요. 만성증, 만성병. Есть люди, которые имеют такую болезнь. 그게 병인지도 모르고 그냥 아 이건 뭐 원래 이렇게 사는 거지 하고서 참고 살았던 이런 병들이 있습니다. Есть такие болезни, с которыми мы просто смирились, мы думаем, что ну просто так надо жить, с этим все живут. 이 만성병이라는 건 병이 자기 체질이 돼버린 걸 얘기하는 거예요. То есть другими словами, вот это 만성병, это когда болезнь, она просто стала частью тебя, ты с ней ну просто живешь и все. 다 여러분들이 발병 시험자, 애초에 전부 환자지만은. Мы все, как бы у нас, мы все люди больные. 특별하게 어떤 병이 내가 평소에 가지고 있는 게 있다 이렇게 느끼는 병이 있어요. Есть такие болезни, которые мы чувствуем, что вот они у нас есть обычном, ну, в обычной нашей жизни. 알고 있는 사람도 있고 자신도 모르고 그런 만성병을 가지고 있는 사람이 있습니다. Есть такие болезни, о которых человек знает, а есть те болезни, которые у него есть, он о них не знает. 이런 만성병 있는 사람은 이런 정상적인 운동으로 회복되려고 할 적에 몸이 И тогда, когда, допустим, человек хочет восстановить, ну, вылечиться через обычное такое, вот, ну, через обычное движение, да, вот, исцеление. 그 만성병이 오랜 시간을 가지고 체질화되어 있었기 때문에. То эта болезнь просто потому, что это уже стало частью меня, это стало частью моей конституции. 정상적인 건강한 몸으로 회복되려는 어떤 생리가 몸에서 시작이 되면은. Если она, 네. 시작이 되려고 하면은. 막 괴로움이 나타납니다. То тогда, когда ваш организм будет перестраиваться для того, чтобы стать нормальным и здоровым, оно начнет в вас проявляться. 정상화되려고 하는 그 자체가 오히려 병처럼 병보다 더 무서운. То есть вот этот процесс, если так можно сказать, становления нормальным, здоровым организмом, наоборот, будет проявляться как вот как для нас с вами как нездоровость. 아픔과 괴로움으로 나타납니다. Какая-то боль, страдание, мучение. 어떤 사람은 막 빈혈이 오고 У кого-то будет слабость. 두통이 오고 У кого-то головная боль. 어떤 복통이 올 수도 있고 배가 아프고 У кого-то будет болеть живот. 구토가 일어날 수도 있고 У кого-то будут позывы к рвоте. 막 몸이 중심이 안 맞고 막 흐느적거려지게 있고 У кто-то будет, допустим, ну, кого-то будет там покачивать. 지금 뭐 하루 이틀 굶어가지고 별 그럴 이유가 없는데 그냥 힘이 다 빠져가지고. И казалось бы, ну что там один-два дня не поел и вроде нет на это никаких причин, но прям совершенно нет сил. 걸레뚝처럼 되는 사람이 있고. И становишься совсем вот такой как тряпка. 마음적으로는 아유 내가 이래다 죽지. А в душе думаешь, ой, кажется, так я до смерти дойду. 내가 이거 저 중풍병이 있었는데. У меня был паралич. 고혈압이 있었는데. Или там у меня было высокое давление. 당뇨가 있었는데. У меня сахар. 이거 약도 안 먹고 아무것도 안 먹고 내가 이거 3일 동안에 죽는 거 아니야? Я тут за три дня не помру случайно без лекарств, без всякого лечения. 마음으로 자기 자신을 죽음으로 끌고 가는 이런 그것도 병이란 말이에요. То есть понимаете, вот так в душе, как бы своими мыслями, как бы тащить, извиняюсь себя за выражение, к смерти, это тоже болезнь. 그런 괴로움이 반드시 요 오늘 많이 오게 돼 있어요. Вот такие мучения, ну вот такие как бы симптомы, они сегодня, вот особенно во второй день, их будет особо много. 이틀째 되는 날 많이 오게 돼 있어요. Чаще всего это приходит во второй день. 근데 몸에 어떤 만성증이 있든 뭐 있든 간에 정신적으로 정신력이 좀 강한 분들은 Но независимо от того, есть у человека скрытые болезни или нет, но люди, которые, допустим, очень сильны вот сознанием, к ним вот такие проявления приходить не будут. 그래서 이 3일을 정신력으로 버텨야 되는 것입니다. И поэтому вот эти три дня их нужно преодолеть как бы силой воли, да, силой сознания.
그런 괴로움이 오고 뭐 했는데도 정신적으로 모든 걸 긍정적으로 생각해. 아이고 이게 명현현상. 내가 더 좋아지는 거로구나. И то есть даже если вот такие проявления есть, мы должны это что? Мы должны это преодолевать позитивно, да? То есть это значит, что я сейчас, ну, иду в сторону улучшения. 구토가 일어나면 아, 토해버리면 되지. То есть, ну, если мне хочется вырвать, надо что, пойти да вырвать. 아픔이 오면 어디까지 아픈가 한번 보자. И если пришла какая-то боль, нужно сказать, ну и посмотрим. 하루만 내 덕을 묻으면 된다. Ну, как бы, сколько это у меня еще будет болеть, всего-то один день осталось. 이 병은 자기 정신력과의 싸움의 대상이에요. То есть, понимаете, болезнь, это, если так можно сказать, борьба со своим сознанием. 싸움은 вы 싸웁니까? Почему, допустим, нужно бороться? Почему боремся мы? 이기려고 싸우는 거예요. Мы боремся для того, чтобы победить. 진 싸움은 싸움이 아닌가? 아니고 그건 패배자예요. Понимаете, как борьба, когда ты, ну, в которой ты проиграл, это не борьба, это поражение. 그 나에게 달겨드는 그런 명현현상, 이렇게 괴로움으로 오는 이런 현상하고 싸워서. И разные вот эти признаки, которые ко мне приходят, проявления разные, с ними нужно бороться. 이겨야 되겠습니까? 져야 되겠습니까? Как вы думаете, и борясь нужно победить или проиграть? 지금까지 수십 년 여러분들이 살아오셨고. Вы до сих пор прожили некоторые, многие из вас десятки лет. 또 앞으로도 수십 년 사실 텐데. И вы еще и в будущем проживете десятки лет. 왜 해볼까 중간에 한 3일 건강해 보자. 3일 굶는 이 시간에 아유 вот, 내가 이것 때문에 죽지 하는 패배자의 마음을 먹습니까? Тогда почему вот в эти всего-то три дня, которые вы сейчас вот голодаете, вам нужно иметь вот это сердце пораженца? 지금까지 여러분들한테 강의한 것? То, о чем я вам до сих пор вообще говорил в лекциях? 마음과 마음의 유무상통, 마음이 있어가지고 천태만상이 마음으로 이루어졌어요. Я вам говорил, есть душа. 이 조물주의 그 마음으로 이루어졌습니다. Что всё совершено вот этой огромной душой. 그 마음이 있고 없는 보이는 것 안 보이는 것. 예? 만져지는 것 안 만져지는 것. 이런 것이 서로 상호 서로 통하고 있는 겁니다. Что сейчас происходит вот это как бы душа с душой, ну вот по-русски, да, как говорит, когда есть вот это общение, да? 그 통하고 있는 상태를 갖다가 하나의 생명 운동이라고 이렇게 이야기한다고 вот 했잖아요. И вот об этом говорится, да, движение жизни. 그 생명의 길을 막는 것은 и то, что дает, как бы, и то, что становится преградой вот для этого пути жизни. 여러분 마음속에 있는 7정, 지금 그 마음이 그걸 막습니다. Это вот эти те семь чувств, помните, которые я вам говорил, да, они становятся преградой. 그 마음이 병의 원인이라고 그랬습니다. Мы говорили, что они есть причина болезни. 그 자기 마음을 이기세요. Победите свое сердце, 무슨 일이든지 свою душу. 극기라 해서 그것을 통과할 때는 и что бы ни было, если вы это пройдете, 상대하고 싸우는 게 아니라 나하고 싸우는 것입니다. То чаще всего, если вы это прошли, то это была борьба чаще всего не с другим каким-то соперником, противником. Это борьба была с самим собой. 모든 것이 내 탓이고 все это из-за 모든 меня. 모든 것이 나쁜 것은 나로부터 일어나고 и все плохое происходит из-за меня, от меня. 그런 대상이 나고 이 объект этого я 그 나와 싸워야 될 내 본래를 찾을 수 있는 의무가 있는 겁니다. И у нас есть с вами такая обязанность бороться с самим собой для того, чтобы найти себя таким, какой я вообще-то был задуман. 그것을 치라 그래. 치라는 것은 치료. Это есть исцеление. 병이 생겼어. 우리 생내 살아가는 이치가 있고 вот есть наш организм 또 병 들어서 사는 병리가 있어요. Есть, ну как бы вот болезни. 병의 이치가 있다 이 말이에요. Да, есть болезни. 그렇다면 병 들어서 그대로 끝까지 가야 됩니까? Тогда что нужно заболеть и вот так всю жизнь, ну до конца идти больным? 인간은 그것을 통과하기 위해 가지고 Для того, чтобы пройти. 공심의 이치를 파악해 가지고 치리를 발견했어요. 치리. 치료할 수 있는 이치. Человек нашел вот в пространстве, если так можно сказать, вот этот путь исцеления. 치료할 수 있는 이치는 역시 어딜 대상으로? И кто есть объект? 나를 대상으로. Я объект. 내 마음으로. Моя душа. 내 정신으로. Моим сознанием. 나와. Со мной. 싸우는 겁니다. Бороться нужно. 이상하죠? 상대도 없는데. Кажется странным, да вроде бы и соперника нет, противника. 나와 싸운다는 것. Нужно бороться с самим собой. 정신계적인
이 마음계적인 이 마음속에서는 나한테 꼭 두 가지가 있기 때문에 그래요. Почему? Потому что внутри меня, в моём сознании, в моей душе есть как бы два. 악의 소인이 있는 가면 선한 것이 있고. То есть если есть элементы добра, есть элементы зла. 짐승적인 습성이 있는 가면 난 본래 사람이었고. И если есть там какие-то животные моменты, но я-то вообще-то человек. 두 개는 극과 극의 상태로 부딪혀 싸워서 한쪽이 이겨야만 될 숙명적인 노선에 있는 겁니다, 여러분. То есть мы с вами сейчас находимся на вот этой границе, да, когда вот есть это столкновение, и вам нужно победить. 자, 근데 내 본래 것이니까 그 본래 것을 찾는데 지금 어렵게 생각하세요? 쉽게 생각하세요. Но как вы думаете, вообще-то это ваше, это вам принадлежит. Тогда как к этому нужно относиться? Это трудно это или тяжело вернуть своё? 지금 호흡해 보니까 쉽죠. Вот вы сейчас попробовали дышать, легко, правда? 아, 저 사람 그렇게 어렵게 거창하게 얘기하더니 그냥 뭐. Да что этот человек? Он нам столько тут рассказывал. 14주 동안 치어라, 들이마셔라, 내셔라. Рассказал там, да, и вообще там, в общем. 그리고 끝내네. А всё закончилось чем, да? 13 секунд вдыхайте. Ой, да, 13 вдыхайте, 11 выдыхайте. 여러분 그렇지만 잠시 조금 전에 한 호흡을 지금 생각해 보세요. Но призадумайтесь немножко над тем дыханием, которое вы сейчас некоторое время назад. 한번 다시 하면서 딴 거 다 느끼지 말고. Мы с вами еще раз это, конечно, будем сейчас делать. Вы когда будете еще раз делать, больше ни о чем другом не думайте. 이 호흡만 정확하게 해보시라 이 말이에요. А просто попытайтесь вот именно вот это дыхание сделать конкретно. 들어마시는 거, 내쉬는 거. Вдох, выдох. 폐로 쉬는 게 아니고 내가 깊이 И я вам говорил, что мы дышим не легкими, да, что мы вот отсюда сюда, отсюда в глубину вот это дыхание вот доводим. 공간을 취하는 데 있어서 욕심을 부리지 않는 것. И что, допустим, вот в этом, как сказать, вдохе не нужно стараться быть жадными и вот прям в себя вдохнуть все окружающее. 작게 조금만큼 조금만큼의 вот 호흡을. Вот такое по чуть-чуть, вот такое маленькое. 온 몸으로 내가 흡수하는 것. Вот я вот всем своим телом в себя вот это вдыхаю. 예, 지금 이 시간 지금 이 시간에 실습은 코로 이제 한다고 생각하지 말고. И сейчас уже не думайте, что вы дышите, вдыхаете носом. 없고, 나는 그냥 공처럼 둥근 사람이다. Ничего нет, ни носа, ничего. Я просто вот такой круглый. 공 같은 내가 이 피부로 다 지금 호흡을 한다. Я мячик, да? Я сейчас вот такой круглый шар, и я сейчас вот эти вот вдыхаю. 이 피부로 호흡을 한다 하는 Я вдыхаю кожей. 그런 감각과 дышу. 그런 마음을 먹고 И вот с таким чувством, с таким сердцем. 아까와 같이 호흡을 합니다. Как до этого мы сейчас будем с вами дышать, хорошо? 자, 이거 한 번만 하고 Один раз сделаем. 몇 분 불러서 소감을 제가 묻고 Потом я нескольких людей сюда приглашу, попрошу поделиться впечатлениями. 끝내도록 하겠습니다. И закончим. 자. Так. 자세 취하시고. Пожалуйста, сядьте ровненько, да? 자. 마음속으로 И про себя. 첫 번째는 제가 세 주다가 멈춥니다. Я вначале буду считать, потом я перестану вам считать. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나 계속하세요.
그냥 바로 해서 계속 그거 보세요. 나 다시 예수께서 예, 그냥 여러분 놔두면 어디로 가느냐? 예수님 как бы оставить так всё. 삼매경이라는 데로 들어가요. 삼매경. То вы войдёте вот туда. 땅과 하늘과 이 공간이 하나가 돼서 움직이는 그 이치 속으로 싹 빨려 들어가 버려. Вот в эту вот в эти сферы, да, где объединяется земля и небо, ну человек. 그때 정신계에 큰 이득을 얻게 됩니다, 당신. Тогда вы сможете найти очень большую пользу для своего сознания. 한번 맛을 보도록 하세요. 그게 사람의 삶이에요. 사람이 사는 방법이에요. Я желаю, чтобы вы обязательно попробовали это вкусить. На самом деле, это для человека способ для того, чтобы жить. 자, 짧은 시간 오늘 강의를 했습니다만. И сегодня хотя была не длинная лекция. 배도 고프고 힘도 없으시지만. И хотя вы хотите кушать и у вас нет сил. 아, 내가 오늘 공부를 갖다가 내가 감동으로 받았다. Но сегодня через это обучение я получил вдохновение. 난 이런 감동을 받았다. Я получил вот такое вдохновение. 긍정적으로 생각이 되시는 분, 꼭 입을 열어서 한번 발표했으면 좋겠다고. 마음이 드는 분은 те, кому хочется этим поделиться тем позитивным, что человек нашел сегодня. 예, 몇 분 여기 나와서 소감을 발표하시도록 하겠습니다. Мы, как бы, я хотела бы предоставить такую возможность, чтобы эти люди вышли и здесь поделились.